Ульяновский биатлонист Юрий Шопин дебютировал на этапах Кубка мира. В индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами наш земляк показал 50-й результат. 5 промахов на стрельбище не позволили Шопину подняться выше середины турнирной таблицы. Однако наставник ульяновского спортсмена Юрий Охотников признал дебют биатлониста успешным. Вместе с тем Охотников напомнил, что в прошлом году на Кубке Европы Шопин прошел аналогичную дистанцию без единого промаха. 5 декабря «Фоки Лидер» стартует первый турнир студенческого чемпионата России по хоккею с шайбой. Новый для страны турнир появился в мае этого года. Соревнования, по словам главы регионального Минспорта Сергея Кузьмина, объединяют лучшие вузовские ледовые дружины со всей федерации. Отметим, что команда Ульяновской области выступит в дивизионе «Бакалавр». «Крылья» из Ульяновского института гражданской авиации сразятся с дружинами из Самары, Чебоксар и Кирова. Завершится первый этап турнира 7 декабря. Бронзу международного турнира по борьбе завоевала ульяновская спортсменка Рената Минибаева. 15-летняя девушка выступила в Финляндии на соревнованиях Helsinki Open. Рената в ходе поединков обыграла соперниц из Норвегии и Швеции, которые являются действующими чемпионками в своих странах. Вместе с тем Минибаева одолела и свою соотечественницу Кристину Федосову из северной столицы России. Именно по итогам этого поединка наша землячка стала бронзовым призером международного турнира.